Турецкая оборонная компания «Havelsan» представит беспилотный военный автомобиль тяжелого класса «Капкан». Об этом на своей странице в Твиттер сообщило Министерство национальной обороны Турции. Беспилотный военный автомобиль тяжелого класса получил название в честь турецкого каганата «Капаган Каган», что означает «завоеватель». Машина обладает превосходными бронебойными характеристиками в отношении воздушных и наземных целей и может обеспечить эффективное сдерживание противника на расстоянии до 2000 метров. В нее могут быть интегрированы системы вооружения разных типов и калибров. «Капкан» развивает скорость до 25 км в час и может беспрерывно работать в течение 6 часов. Впервые автомобиль будет продемонстрирован на выставке «Саха-экспо Defense and Aerospace», которая будет проходить в Стамбуле 25-28 октября.